28 июля 988 года – дата, которая определила будущее и цивилизационный путь русского народа. 1036 лет назад князь Владимир крестил Русь. Спустя многие годы знаковое событие не теряет своей актуальности, и во всех храмах проходят праздничные службы. Символично, что новый храм в Анапе был назван в честь равноапостольного князя Владимира, основоположника святости в русском народе. На божественную литургию в праздник пришли сотни верующих анапчан. Меня назвали в честь князя Владимира. У меня и день рождения сегодня. Я думаю, что этот праздник для всей нашей большой страны имеет важное значение. По завершению праздничной службы вокруг Крещенского парка впервые в его истории состоялся крестный ход. Прихожане выстроились в организованную колонну. Во главе под перезвон колоколов шагал в том числе инициатор создания Крещенского парка, депутат ЗСК Николай Марарь. Сердечно поздравляю всех с праздником, с крещением Руси. Хочу сказать, что слава Богу, что мы живем в России, в настоящей православной стране. Я хочу пожелать каждой семье крепкого здоровья, Божьей благодати. И давайте будем соборно молиться о нашей стране в это непростое время. С праздником, дорогие братья и сестры! Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа регион.